Безграничная любовь к животным – главная причина, по которой люди выбирают эту сферу деятельности. Елена Туровникова – ветеринарный врач с 25-летним стажем. О другой профессии даже не мечтала, так как выросла в семье ветврачей. Когда я росла, собственно, я видела эти вопросы, я видела, как нужно относиться к животным, как их лечить. И, конечно, писала сочинение в свое время о профессии, именно задумываясь о том, что у нас такие пациенты, что они не могут сказать, что у них болит. Да? И в этом, ну, в общем-то, такая особенность. Мы должны сами определить. На территории нашего муниципалитета расположена Ленинская ветеринарная станция, где сейчас трудится 66 специалистов. Именно благодаря их усилиям обеспечивается санитарное благополучие округа. С начала этого года испытательной лаборатории учреждения было проведено 60 тысяч исследований. Мы первые пустили в эксплуатацию мобильный пункт искусственного семенения, который сейчас в настоящее время пользуется спросом среди личных владельцев личных подсобных хозяйств, крестьянского фермерских хозяйств и больших сельхозпредприятий. Коллегия, посвященная Дню ветеринарного работника, в Видном проходит уже во второй раз. Отметил достижения специалистов и поздравил с профессиональным праздником министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Нам 138 лет в этом году, и мне вам рассказывается, через какие сложности, перипетии, постоянные реорганизации мы за последнее время прошли. Но у меня есть четкая уверенность, что мы встали на правильный прямой курс. У нас сейчас создалась хорошая, продуктивная команда, начиная с ваших сотрудников, заканчивая руководящим составом. И нас ждет впереди только яркое, красивое профессиональное будущее. Ветврачи округа обслуживают более 200 предприятий по ввозу, хранению, переработке, производству и реализации продукции животного происхождения. В 2021 году было вакцинировано около 3000 голов. Также проводится вакцинация диких плотоядных животных. Стойкое эпизодическое благополучие территории, прежде всего, нашего Ленинского городского округа, это, несомненно, заслуга всех сотрудников, специалистов Ленинской ветеринарной станции, за что и от себя лично, от руководства выражаю огромную благодарность. В ходе мероприятия были подведены итоги и намечены перспективы дальнейшей деятельности ветеринарной службы Подмосковья. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.